40-летняя телеведущая и экс-участница «Дома-2» похвасталась сексуальным телом. Виктория Бонни доказала, что возраст – это лишь цифры в паспорте. Инстадива наслаждается жизнью в Монако, не забывая и о занятиях спортом. Звезда «Дома-2» ходит в спортзал, где занимается с персональным тренером. Виктория выполняет упражнения с весом, жалуясь на их сложность. Однако тренировки дают потрясающий результат. Фигуре Бонни могут позавидовать многие девушки гораздо моложе ее. Блогер носит откровенные вещи, впечатляя публику. Так, сегодня Виктория облачилась в темный кроп-топ и белую мини-юбку. Наряд подчеркнул красивую грудь звезды, а также оголил ее плоский живот и длинные стройные ноги. Бонни собрала волосы в конский хвост и сделала яркий макияж с алой помадой. Финальным штрихом стала поясная сумка. Фолловеры пришли в восторг от внешних данных инстамодели. «Фигура у вас отличная. Очень-очень красивая. Супер. Помолодела лет на 20. Огонь, Бонечка, ну что за красавица, восхищаюсь. Секси Вика, шикарная фигура, совсем не выглядите на свой возраст», — написали пользователи. Бонни решила сменить имидж. Светская львица отправилась к стилисту по волосам и стала блондинкой. Экс-участница проекта «Дома-2» примерила в Монако два откровенных образа. Один из них вызвал бурные эмоции у мужчин. Виктория наглядно продемонстрировала изменения, которые произошли с ней за время карантина из-за коронавируса. Звезда буквально расцвела.